Шанти-Шанти-РФ и подсумок универсальный М черного цвета производственной компании Сплав. Один из самых непонятных для нас подсумков, более непонятен только подсумок S. Сейчас объясню почему. Давайте вначале взвесим вес. Обычно 15 грамм на всякую мишуру насыпленную. Сколько там? 57. 42 получается грамма. 42. Вот, 42. Вот, поэтому ответ на все подряд. Что ж, хороший подсумок по материалу, плотники, картура, все дела, достаточно жесткий. Но что туда носить, непонятно. Вот я возьму свой палец. Мой палец на фоне пачки сигарет, вот он невеликий совершенно, 3-4 пальца можно уместить. И вот он туда влазит вот прям с трудом, и его даже жмет, и вот тут он уже заканчивается. То есть объем маленький, туда может быть какой-то микрофонарик, этого доставать будет сложно, или ручки в нем носить, я не знаю, потому что он закрытый. То есть вы его закроете, что-то длинное сюда ставить не получится. Убрать сюда может быть вот даже... Вот визитка уже не влазит, ее надо мять, чтобы она влезла. Вот. Даже визитки носить нельзя. В общем, очень подозрительный подсумок с весом 42 грамма. Если вы знаете, зачем он вообще такой нужен, пишите комментарии. Может быть, есть какая-то тайная, маленькая, узкая, тяжелая хреновина, которая должна в нем храниться. И поэтому она боится ударов, поэтому подсумок нужен жестким. Либо китайцы ошиблись в размерах. Вы все знаете байку про человека, который заказал обувь 42-го, а ему сделали 242-го. 420-го размера у него. Сидеть ему кто-то нет. Ну что, китайцы, действительно. Если было полезно, берегло вас от покупки, ставьте лайк. Если вы знаете, что с ним делать, тоже ставьте лайк, пишите комментарии, заходите на наш сайт, там есть другие более полезные подсумки. Вот, и всем полезных сумочек. Главное, чтобы было что туда класть.